Всем привет, это Fraser Workshop. Мы сегодня будем стричь стрижку, как у Криштиана Роналдо. У нас в гостях талантливый человек Лев, художник. И мы сегодня попробуем подстричь эту стрижку и разобрать ее на мелкие детали. Объяснить, чем она практичнее стрижек других футболистов, или же просто чем она практична в повседневной жизни. Поехали! У нашего гостя структура волос приближена к Криштиану Роналдо. У Криштиана Роналдо вьющиеся и очень сильно вьющиеся волосы. То есть, и они намного жестче, чем те волосы, которые мы стрижем сегодня. Поэтому он стрижется как можно короче. Если бы Роналдо не стригся вообще, либо отпускал бы длинные волосы, у него было бы афро, и он был бы похож на О'Джея Симпсона. Но мы делаем максимально похожую стрижку, и я вам объясню, в чем ее преимущество. Вот. В первую очередь мы делаем бока как можно короче, с плавным переходом на челку. Челка у Роналдо укладывается назад, он укладывает ее бриолином, потому что когда он бегает по стадиону и делает великолепные стратегические ходы, он еще и потеет. А когда он потеет, может затеять глаза, что угодно. Поэтому как бы бриолин он отталкивает влагу, и в этом очень удобен. Вот. Но, к сожалению, Роналдо не нашел подходящего хорошего парикмахера. Можно было бы постричь его стрижку намного лучше, поэтому если я постригу чуть-чуть лучше, вы не обижайтесь. Вот. Если ваши волосы вьются и вам сложно с ними справляться, то у вас есть только два выхода. Либо отращивать себе огромную афру, либо стричься очень коротко. Поэтому данная стрижка подойдет вам как нельзя лучше. Какой пробор? А Дима, скажи мне, пожалуйста, как мне такой пробор делать? Я не умею такие пробы. Я его пробрил, поэтому тебе его не надо будет укладывать. Да? Да, твоя задача будет просто мыть голову и ничего не делать. Для укладки такой стрижки выбирайте средство с сильной фиксацией для того, чтобы надежно зафиксировать ваши волнистые локоны. Бриолин буду использовать как 3-4 икса. Он максимально сильный, поэтому на наших жестких волосах будет отлично лежать и держать форму, прилизанную назад. И мы добьемся таким образом максимально приближенного эффекта, как у Роналдо. Поэтому я беру совсем чуть-чуть на палец. Если мне понадобится, я добавлю еще. Можно разогреть его феном, но я не вижу вообще в этом смысла, он так мягкий. Привет, мы закончили нашу стрижку, как у Криштиана Роналдо. Я думаю, что у нас получилось максимально приблизить к опытному образцу. Вы увидите фотографию до и после, чтобы сравнить качество проделанной нашей работы. Также не забывайте подписываться на наш канал, ставить большой палец вверх и ждите в следующих наших выпусках группу Morphine Suffering. Главный фронтмен и вокалист будет у нас стричься, и мы поговорим о том, как же он докатился до такой жизни. Thank you.
Поэтому до новых встреч. И там лайкайте, пожалуйста, посты. Не забывайте, не стесняйтесь. От этого у вас там денег не станет меньше. Счастливо!